Всем привет, дорогие друзья, с вами еще разок, вещаю из деревни. Вот, и сегодня в рубрике «Аккуратно не вступи» у нас не будет ножей, не будет пил, там каких-то инструментов, у нас будет лохотрон. Ну, как бы, ютуберы, я думаю, народ грамотный, на прочую хрень не ведется, и, конечно, я понимаю, что старенькие люди, бабушки, дедушки не смотрят YouTube, но, тем не менее, я просто не могу не выложить это дерьмо в сеть. Может быть, все-таки кому-то это поможет, кто-то увидит и поймет, что. В общем, моя бабушка человек старенький, да, и пришло ей какое-то письмо. Я вот не буду сейчас там подробно разгребаться, все это читать, как бы это не нужно. Что-то она заказала, какую-то книгу, вот типа, вот как видите, то есть сонник там. Цена 169 гривен. Молитвы. Здесь есть вот даже мужские часы. Внимание. 279 гривен. Орландо какое-то название. Но это не суть важно. В общем, человек как бы не ездит в магазины за книгами. Проще, конечно, что привозят это все там, приносят домой. Вот, вот этим эти уроды и пользуются. И потом пошло-поехало. Вы выиграли, приходит письмо, контора называется Пошторг-каталог в Киеве, я так понимаю, находится весь этот разводняк, вот, и потом что они делают, говорят, что вы что-то выиграли, повторюсь, вот это покажу, кто захочет нажмет паузу. Почитает, кому интересно. Ну и вот, выплата, вручение гарантировано 80 тысяч гривен. Но для этого вы должны там перечислить какую-то сумму небольшую, естественно. Что-то там заполнить. И вот, мы как бы уже дошли до того, что нам скоро выплатят 305 тысяч гривен. Вот переможець Шманько АМ. Головний переможець. Как бы... То есть такие переможцы, ну, ни о чем, да, а мы как бы головные переможцы. И тут как бы типа все, там печати какие-то, подписи стоят. Понятно, что это все бред сумасшедшего. Но тем не менее, вот пожилые люди, они все это верят, на все это ведутся. Вот. И там уже какие-то денежки этим уродам перечислены. Вот тут еще письма какие-то. Витальному... Певричному финале акции, естественно. То есть, заказав какую-то книжку, мы уже попадаем в финал акции. Вот, 430 тысяч гривен готовы до вручения. Но только, как бы, опять же, там, что-то надо было переслать. А я не буду влазить в подробности этой всей макулатуры. Суть очевидна. Старый человек покупает по каталогу какую-то хрень. Ему начинают приходить письма о том, что вы прошли первый этап конкурса, но для этого вам нужно купить еще какую-то хрень. Потом, когда вы покупаете вторую хрень, вот мы прикрываемся украинской символикой, туда там флаг, цвета национального флага. Вот, все хорошо у нас.